Приветствую на канале. Компания Tesla уже вовсю продает солнечную черепицу. Идея в том, что внешне это обычная черепица на крыше, но на самом деле это солнечная панель, которая дает электричество от солнца. Все стандартно в Tesla. Вы покупаете товар, ну, к примеру, электромобиль, но в нашем случае эту солнечную кровлю. Вам все монтируют, настраивают, и вы в приложении скачиваете, отслеживаете, и вы в приложении отслеживаете прибыль от энергии солнца. Но, как всегда, нас интересует цена. Цена такой солнечной черепицы на сайте есть, на сайте Tesla есть калькулятор расчета стоимости установки солнечной черепицы. Но я, честно говоря, его не нашел, как-то неудобно сделано. Но нашел вот что. В среднем в США оборудование дома площадью 200 квадратных метров вот такой вот солнечной кровлей обойдется, ну, более 30 тысяч долларов. Также не обошлось и без наших умельцев. В комментариях на новостных сайтах есть сообщение, что такую же солнечную черепицу можно делать гораздо дешевле. И это, конечно, хороший сигнал, что можно делать ее дешевле. Но вся проблема, как всегда, оказывается в том, что очень сложно наладить производство и все это запустить, чтобы выпускать продукцию.